В Новозаполярном день молодежи праздновать начали с вечера накануне. Организаторы, учитывая, что в вахтовом поселке этот праздник почитают юные духом пенсионеры, потоки молодежи все-таки разделили. Open-air дискотека вечером возле КСК собрала 200 человек, днем на площади возле жилого модуля было чуть меньше. Песни, конкурсы, еда, ставший традиционным пикник на обочине, как обычно, больше привлекает тех, кому за 35 лет. Расположившись за столами, общались и праздновали целыми подразделениями, периодически в такт любимой музыки, отмахиваясь от появившихся прямо к празднику первых комаров. Комары абсолютно не мешают, потому что у нас не первый опыт проведения мероприятий на улице, и люди, которые хотят действительно после работы отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции, они приходят, несмотря ни на что.